запрещены раскопки там все? Не-не-не, там ничего не запрещено, там работы продолжаются. Мы осмотры сделали, но это, скорее всего, случайно туда занесенная вещь, там ничего нет. Мог просто погибнуть, потом дальше его занесло песком. Ребята сами, вот местные, вот, которые копают, ребята сами тоже песок чуть не просеяли, нет, ничего нет. Камней не было никаких? Не было. Вот, вот этот слой, угу. Он как это, галочка какой-то, это, как речка. Речка? Вот. Наносной слой. Да, наносной. Вот сверху вот в основном песчаный слой, и здесь вот... Вот в этом слое, да? Вот в этом слое. Вот в этом. Да, между этими. Светлым. Как вы туда весной или летом попадете, если там уже будет карьерный скоп? Ну, они в других местах будут работать. А вообще вот это данное место... Стоянки могут быть и большие. А вообще данное место были там ранее найдены? Хоть какие-либо? Здесь вы стоянку никак не нашли. Наносной песок сверху. Там территория же песчаная вообще, наносной песок все время. Глубина 6 метров, разве на 6 метров что-нибудь и видели? Да, никто не будет копать.